Друзья, рад вас всех приветствовать на нашем дневном вебинаре. Сегодняшняя тема у нас «Психология поведения клиентов и как на нее влиять». С вами Skillbox и я, ведущий данного эфира, Антон Дорженкевич. Давайте для начала настроим наше вещание. Напишите, пожалуйста, в чат, как у нас по звуку и по свету, все ли в порядке. Обязательно выкручивайте на максимум ваше разрешение, насколько позволяет ваш интернет. Надеюсь, вы нас все смотрите на странице с нашей трансляции. У нас специальная есть страничка. Называется live.skillbox.ru. Здесь во вкладке «Расписание» вы можете посмотреть расписание на ближайшие 8 дней и перейти на нужную нам трансляцию. Почему именно сюда я вас прошу переходить? Только здесь мы будем успевать читать ваши комментарии. Максим, так, Данил, все, пока только два, но, друзья, давайте больше комментариев, давайте с вами общаться. Сюда как раз напишите, что у нас по свету и по звуку. Здесь же вы можете сохранить для себя этот эфир, нажав под видео на кнопку «Поделиться». Здесь вы выбираете удобную для себя социальную сеть или просто копируете ссылку и сохраняете туда, куда вам удобно. В процессе трансляции у вас может всплыть такое окно. Оставьте свои контактные данные. Дело в том, что мы постоянно стараемся развиваться, улучшаться, и если вы оставите свои данные, то наши специалисты смогут вам набрать в течение недели, может быть, двух, и попросить оставить какую-то обратную связь, кого вы в будущем хотели бы видеть, какие темы хотели бы услышать, чтобы мы понимали, что вам интересно. Если вам это не нужно, то просто сверху крестиком закрывайте, больше вас здесь никто не побеспокоит. Давайте с вами немного познакомимся. Если не сложно, напишите про себя в чат, сколько вам лет, с какого города и в чем вызван интерес к данному эфиру. Вы уже действующий маркетолог или, может быть, вы вообще с нуля хотите понять, что это за сфера. А я пока расскажу немножко про нас. Мы на данный момент крупнейший в России онлайн-университет. У нас более 54 тысяч студентов проходят сейчас наши курсы. Более 260 программ мы уже разработали по таким направлениям, как маркетинг, дизайн, программирование, управление и гейм-дизайн. У нас уникальный формат обучения, у нас своя платформа, у нас постоянная поддержка учеников на всех этапах и, конечно же, гарантия качества. Все это мы обеспечиваем благодаря работе с крупнейшими компаниями на российском рынке. Это эксперты. Благодаря их опыту мы можем поддерживать такую высокую планку качества. У нас есть офис, он находится в Москве, недалеко от станции Октябрьская. Там много у нас пространства, где мы работаем, отдыхаем, и с удовольствием будем вас рады видеть у нас в гости, но чуть-чуть позже, когда мы все уже туда выйдем. Пока еще из-за всяких этих карантинов некоторые из нас находятся дома. Но кроме нашего рабочего пространства, у нас также есть лектории, залы лекториев, где у нас проходит уже офлайн мероприятия, причем как закрытые в рамках курсов, так и открытые, куда каждый из вас сможет попасть. Для этого нужно лишь позвонить нам, узнать расписание, записаться, и будем вас ждать в гости. По времени эфир сегодняшний будет у нас рассчитан, как всегда, примерно на полтора часа. Чуть позже мы обязательно сделаем небольшую рекламную паузу. Я расскажу про наше специальное предложение для вас, для зрителей нашего вебинара. Также расскажу про вообще наши курсы, что можно у нас получить, как это все дело организовано, как все проходит. Обязательно задавайте в процессе свои вопросы в чат, будем их разбирать, будем делать небольшие паузы на ответы на вопросы. И, конечно же, в конце мы отдадим вам ссылку на чат в Телеграме, где мы общаемся между эфирами, где вы сможете также задавать свои вопросы, знакомиться друг с другом, со спикерами, и тоже много чего интересного происходит. Ну, а я готов уже приступать и знакомить вас с нашим сегодняшним спикером. У нас сегодня в гостях Макс Белоусов, экс-маркетолог небезызвестной личности, такого как Тони Робинсон, и сооснователь агентства Avenger. Макс, привет! Всем привет! Не мог бы ты в двух словах, может быть, рассказать про свой опыт, чтобы зрители понимали, чем ты занимался, занимаешься, и понимали, какие вопросы можно тебе задавать? Занимаюсь маркетингом уже более 10 лет. Начинал, как и многие, с фриланса, с позиции SMM-менеджер в агентстве, где потом вырос до партнера. Это было агентство SMM Lemon называлось. Мы тогда работали с известными артистами Black Star, занимались продвижением концертов, там, 50-тысячных концертов крупнейших в России, в СНГ, вот. Ну и дальше, соответственно, двигался, работал, находил интересные проекты, интересных клиентов, в том числе и, да, вот, работал с Тони Робинс, с их командой в течение 2 лет по всему миру. Это Сингапур, Майами, Австралия, Лондон,
Нью-Йорк, вот, в общем, весь мир объездил. Кайф, супер. Друзья, у нас сегодня очень крутой спикер, поэтому задавайте обязательно вопросы, все, что вас интересует. Ну, а мы готовы начинать. Макс, тогда забирай у меня демонстрацию. Будем периодически делать небольшие паузы, буду мониторить чат, будем задавать вопросы. Так, спасибо большое за представление меня. Спасибо Skillbox за возможность выступить. Сегодня мы будем говорить про тему психологии клиента и как на нее влиять. Итак, меня зовут Макс, как уже меня до этого представили. Я действительно маркетолог, являюсь экспертом по стратегическому комплексному маркетингу. Вхожу в топ-100 лучших маркетологов России и СНГ по версии портала PRBZ. И среди кейсов действительно это Тони Робинс, Аяс Шабудинов. Я у него был директором по маркетингу в течение 1.5 года. Также занимался разработкой обучающих программ в Like-центре. То есть если вы там обучались, вот я там тоже работал над разработкой программ этих. Артисты Blackstar и более 100 различных компаний из различных ниш. На этом слайде представлен мой Instagram. Можете на меня подписываться. С радостью буду вам отвечать в директе. И там я выкладываю очень много полезной информации. Вот, также занимался продвижением больших мероприятий, конференций, таких как Eckhart Tolle в Москве в Крокус Сити Холл на 6 тысяч человек. Вот Blackstar как раз тур готов мы продвигали по всем городам. Ну и, как я уже сказал, большое количество различных компаний, это МТС, ВТБ и много-много других. Итак, какой же сегодня план доклада? Сегодня мы поговорим про тему, которую мало кто затрагивает, но я считаю ее одной из фундаментальных. Если вы хотите развиваться в маркетинге, если вы хотите быть крутым маркетологом, зарабатывать больше денег, то вы должны повышать свою компетенцию в понимании психологии клиента. А это фундаментальная вещь, которую должен знать, по моему мнению, каждый специалист, работающий в сфере маркетинга. Вот сегодня я про это как раз и буду говорить. А первое, о чем мы поговорим, это про трансформацию клиента. Какие стадии проходит клиент, как переводить клиента из одной стадии в другую. Это вам понадобится и в создании автоворонок, и в создании рассылок, email-рассылок, да, там, и в чат-ботах, там, в ретаргетинге, ну, то есть везде, по сути. Да, вот. Я уверен, что в Skillbox есть отдельные курсы на эти темы. Вот там это прям пригодится. Дальше, мотивация клиента. Тоже важно понимать, как влиять на решение клиента, как он принимает решение о покупке, о том, чтобы идти дальше, читать ли ваш сайт, либо закрыть, там, подписаться на вас. Вот эти все темы вот мы как раз там разберем. Триггеры — это как раз такие инструменты влияния на поведение клиента. Дальше мы разберем сегодня креатив, немножко пройдемся по тому, как создавать прикольные креативы, которые привлекают внимание, которые влияют на наше поведение. Там поговорим про цвета, про разрыв шаблона, ну и там некоторые другие моменты. И упаковка, да, тоже. По сути, это как текстово-визуальная вся информация, которая должна быть правильно подана в интернете, чтобы вас хотели покупать, у вас хотели заказывать, оставлять заявки, чтобы ваша реклама, вся ваша маркетинговая коммуникация в интернете была эффективной. Вот такой у нас сегодня план. Итак, первое, с чего хочу начать, это то, что задача маркетинга — это завоевание доверия. Да, вот это ключевой момент, который будет красной нитью идти на протяжении всей моей сегодняшней лекции, то, что отношения с клиентом как отношения мужчины и женщины. Я очень часто люблю сравнивать маркетинг и там, бизнес и клиента как вот отношения мужчины и женщины. Там, за последний год я выступил в порядка 20 городах, и я везде вот эти примеры привожу, потому что они самые такие яркие и показательные. Соответственно, давайте вспомним, да, вот начнем с того, что ну, если вы женщина, вспомните свое там любое свидание с мужчиной, а если вы мужчина, любое свидание с девушкой, да. Вы же не делаете так, что на первом свидании там говорите, а давай там пойдем в ЗАГС, наделаем детей и будем жить там до конца жизни, все. Ну, как бы, конечно, есть такой процент людей, но это я называю случайные продажи. Это люди, у которых сформирован спрос, да, которые уже, у которых очень болит эта тема, и таких людей
клиентов 5% примерно, да, у которых бы в любом случае купили бы у вас, либо у кого-то еще, либо то есть вышли бы замуж за вас, либо за кого-то еще, просто у них болит эта тема. Оставшиеся 95% им нужны касания, то есть им нужно определенное количество касаний, да, вот многие слышали о том, что нужно совершить не менее 7 касаний для, с клиентом, чтобы он там принял решение о покупке. Сейчас больше, потому что большее количество информации, большое количество конкурентов, большое количество различных триггеров, ну, наш клиентский опыт растет, да, то есть мы сами как клиенты тоже эволюционируем, поэтому мы все меньше и меньше реагируем на какие-либо касания в нашу сторону от маркетинга, поэтому требуется уже не 7, а 15 касаний, да, в некоторых непростых нишах, вот. Поэтому нужно всегда держать в голове, что если у вас задача получить заявку с клиента, либо закрыть его в оплату, то представьте его там, вашей девушкой, там, вашим парнем, да, и ваша задача, ну, там, скажем, построить долгосрочные интимные отношения, да, там, может быть, даже жениться, выйти замуж, там, и наделать детей, да, вот, соответственно, вот, это ваша цель. Поэтому в первом касании не надо продавать, то есть не надо пугать клиента, не надо говорить, что иди купи у меня, там, давай, там, так, по примеру, как с девушкой, да, там, пойдем в ЗАГС, там, пойдем детей наделаем, она испугается просто. Нужно первое, что познакомиться, да, вызвать доверие, заинтересовать. Вот как раз-таки какие триггеры используют, я сегодня буду и про это рассказывать, на каком этапе какие триггеры лучше всего действуют. Итак, первое, с чего мы сегодня планировали начать нынешней лекции, да, это трансформация клиента. Итак, еще раз напоминаю, здесь мой Инстаграм, здесь мой Телеграм, можете мне писать, подписываться, там, если какие-то вопросы останутся, и там, кому нужна будет презентация, обязательно скину с разрешения Skillbox, если это не проблема такая, да, вот могу скинуть. Итак, три состояния клиента. Первое состояние — это состояние жертва. Состояние жертва — это когда у клиента есть проблема, но он не знает, как ее решить. Давайте на примере спортивного зала. Вот есть человек, да, вот клиент спортивного зала, и он хочет похудеть. Вот пока он не дошел до спортивного зала, пока он не купил абонемент в спортивном зале, он в состоянии жертвы, потому что ну, он, по сути, может решить свою проблему несколькими способами. Просто не есть после 6, купить какие-то БАДы, какие-то добавки, там, не знаю, там, чаи, которые, там, не знаю, там, в воду сгоняют, да, там, начать самому заниматься, да, там, не знаю, в интернете что-то найти, там, какие-то курсы купить. То есть куча вариантов того, как ему похудеть. И все что-то советуют. Все вокруг знают, как надо похудеть, не знаю, считать калории можно, да, там, скачать приложение Fit Secret, предположим, да, вот. То есть он станет жертвой, да, вот у него есть проблема, он не знает, как ее решить. Второй этап, второе состояние клиента, это когда клиент выбрал, как решить свою проблему, но он не знает, с кем. Ну, предположим, вот он решил, все, окей, я настроился, я пойду в спортивный зал, я буду решать свою проблему похудения именно с спортивным залом. Все, я выбрал для себя способ решения моей проблемы. Соответственно, второе, еще раз, второе состояние клиента описывается, что у меня есть проблема, и я знаю, с кем ее решить. И третье состояние клиента, когда клиент воспользовался вашим решением, то есть он сходил в зал, получил какой-то опыт, либо вообще не ходил в зал, и тоже этот опыт, потому что есть позитивный опыт, есть негативный опыт. И, соответственно, он стал мастером. Почему мастер? Потому что он получил опыт. Да, вот, вот три состояния клиента. Как вам это может помочь в бизнесе, в маркетинге, в рекламе? Вы всегда должны понимать, на каком из этапов находится ваш клиент и как его переводить из одного состояния в другое. Потому что если клиент находится в состоянии жертвы, вряд ли от него можно требовать поведения как от мастера, который уже получил опыт, который уже знает, как решать проблему, с кем ее решать. То есть его уровень осознанности, он намного ниже, чем вы от того хотите. Соответственно, если вы понимаете, что, скажем, вот есть такое понятие, как RFM-анализ, BCG-анализ, да, который, когда вы сегментируете свою базу по принципам там, частота покупок, давность покупок, средний чек, лояльность, да, там, к вашей услуге, к вашему продукту, большинство клиентов как раз-таки будут в состоянии жертвы. То есть большинство клиентов могли бы вас купить, но они просто не в курсе, что кто-то вообще не в курсе, что вас можно купить, да, что у вас в принципе есть какая-то услуга. Кто-то не в курсе, что если у него есть проблема, он может ее решить ее с вами. Да. То есть его нужно
его уровень осознанности нужно поднимать. За счет чего? SMM, контент, письма, там, не знаю, там, какая-то догоняющая реклама с контентом, видеоотзывы. Вот как раз-таки именно поэтому очень важен контент-маркетинг SMM, потому что он позволяет клиенту перейти из одного состояния в другое. Вот, это очень важный момент, и именно на основе этой информации как раз-таки и строятся триггерные карты, там, Customer Journey Map, карта пути клиента, да, карта касаний. Если будут вопросы, задавайте, я обязательно в конце, если что-то будет непонятно, там, буду обязательно вам отвечать, там, ну, на странице, где идет трансляция. Итак, резюмирую. Чем меньше степень прогретости, тем больше касаний требуется. То есть давайте сравним готовность клиента с курицей. Да, вот, представьте, что у вас есть курица, вам нужно ее пожарить, да, засунуть в духовку и пожарить. Ну, вы же не будете есть сырую курицу, правильно? Кто-то ест, есть такие там извращенцы, да, которые любят сырое мясо, да. Но, как правило, мы всегда едим приготовленную курицу с хрустящей корочкой, вкусную, да, там, доведенную до кондиции. То же самое с клиентом. То есть не надо есть сырого клиента, потому что, да, можно, конечно, поесть, но можно отравиться. Почему? Потому что клиент не был готов. Вы ему впихнули, вы ему впарили какую-то услугу, и так как он не был готов, то есть вы с ним сманипулировали, то есть вы его заставили сделать предоплату, оплату. Все, он окей, оплатил под вашим шармом, как-то вот повлияли вы на него, да, там надавили, не знаю, угрозами как-то заставили его заплатить. В итоге он заплатил, но когда он через день-два отойдет, он в голове-то не пришел к пониманию того, что ему нужна ваша услуга, и он потребует возврат, будет недоволен, будет капризничать, будет стрессовать, ругаться с вами, потому что он не доведен до кондиции. Ну, грубо говоря, как вот если с курицей сравнивать, вы отравились сырой курицей. Поэтому клиента нужно доводить до кондиции. А в некоторых проектах, в которых я работал, например, вот я продвигал конференции в Сколково, у нас была внедрена система лид-скоринга, когда мы все заявки, которые поступали к нам в CRM, мы разделяли по бальной системе, то есть по готовности. У нас была 10-бальная шкала. И мы баллы начисляли по типу того, что клиент совершил, то есть что он сделал. Если он посмотрел просто сайт, у него 1 балл. Если он прочитал после сайта там 1-2 письма, у него уже 2 балла. Если он, помимо того, что посмотрел сайт, прочитал письма, еще перешел, скажем, не знаю, там, подписался на наши социальные сети, у него еще 1 балл. Вот таким образом мы понимаем, насколько прогрет, насколько подготовлен, насколько осознанный клиент. И чем больше баллов, тем, естественно, у него больше шансов того, что мы его закроем. И мы в отделе продаж, когда в отдел продаж поступали эти заявки, мы всегда видели, сколько баллов у каждого клиента. И, естественно, самые горячие прозванивались в первую очередь, да, там, у которых там 7 и больше баллов, потому что у них больше всего шанса их закрыть в оплату. У кого меньше, отдел продаж понимал, что нужен другой скрипт, да, то есть нужно по-другому поговорить с этим человеком, с клиентом. И также мы включали дополнительные триггерные там, рассылки, смс, там, оповещения, там, какой-то контент досылали, чтобы клиент догревался, переходил из одного состояния в другое и в третье. Соответственно, задача касаний, да, вот, любых касаний, касание в маркетинге — это не только реклама, опять же, это email-рассылка, смс-рассылка. Касание может быть офлайн, то есть это может быть встреча в офисе, это может быть письмо, которое посылаете клиенту, либо какой-нибудь буклет, который вы ему показываете, да, то есть может быть онлайн, так и офлайн касание. Соответственно, задача касаний любых — это перевести клиента в другое состояние, да, в состояние, помним, да, 3 состояния — жертва, осознанный, мастер, да, можно на самом деле этих состояний больше прописать, но 3 — это 3 основных, таких 3 фундаментальных состояния, которые я выделил в поведении клиентов. Первое касание должно быть максимально простым и обеспечивать легкую точку входа. Что это значит? Да, вот на примере фильма «Сияние» немножко тут шутканул по поводу легкой точки входа. Тут что имеется в виду? Давайте приведу пример с покупкой машины. Вот смотрите. Предположим, вы хотите купить «Мерседес». Вы примерно знаете, что ценовая политика там, вашей модели, там, того, что вы хотите купить, начинается от 2 миллионов рублей.
И тут вы видите предложение за 1 700 000. Вас оно заинтересовывает. Вы нажимаете, переходите. И оказывается, что данный Мерседес стоит на 300 тысяч дешевле аналогичных предложений, потому что он без обвеса, да, то есть там нету дополнительных каких-то там финтифлюшек, которые есть в других предложениях. Но вы уже зашли на сайт, вас, вы уже взаимодействуете с сайтом, да, и, соответственно, больше шанс того, что вы там купите. И, как правило, так получается, что если вы туда добавите обвес, то выйдет даже дороже, чем у других предложений. Но в итоге вы просто зашли туда, потому что обеспечена легкая точка входа. А за счет триггера любопытства, за счет триггера экономии. Другой пример легкой точки входа — это когда мы, ну вот специалисты по автоворонкам, по там автоматизации, чем грешат? Они изучают какие-то там сервисы, типа там BotHelp, WhatsHelp, TextBack, SmartBot, Lilu, там их куча всяких этих сервисов, Sandler, да. И у них, знаете, как проблема мыльного пузыря. Они почему-то думают, что вот обязательно то, что они знают, нужно применить ко всем клиентам, и их понимание мира, ну, соответственно, с пониманием мира людей, да. Вот у меня вот один из примеров такого поведения было, когда вот я проводил консультацию компании Quickresto, она занимается систематизацией, автоматизацией ресторанов, у них такой вот сервис. И, значит, когда я посмотрел их сайт, я первое, что спросил, я сказал, а сайт делал программист, видимо, да, то есть какой-то технарь. Мне сказали, да, и прям видно, потому что термины программистские ни хрена не клиент-френдли, то есть если бы обычный обыватель зашел на такой сайт, он бы вообще ничего не понял, потому что написано тупо на языке, ну, технарском, да, то есть технарь бы понял, но технари 2% из всех потенциальных клиентов, которые будут заходить на данный сайт. То же самое здесь. То есть когда мы изучаем автоворонки, мы почему-то думаем, что нужно сделать ее максимально сложной, максимально вариативной, и мы забываем о том, что, по сути, фундаментально, что должно быть в этой автоворонке, например, если она реализована в мессенджерах, это простое человеческое общение. Вряд ли с нами в интернете люди, там, наши знакомые, общаются вот такими полотнами сообщений, с кучей ссылок, отсылок, там, посмотри то, посмотри это, ну, как бы с нами так не общаются. А смысл автоворонки как раз-таки в автосообщении, чтобы сделать поведение чат-бота похожим на клиента, на реального человека, да, чтобы клиент, когда общался с чат-ботом, у него, ну, конечно, понимаешь, что это автоматические сообщения, но чтобы у него хотя бы была иллюзия реального общения. И первое касание должно быть максимально простым и максимально понятным для клиента. Самое гениальное, что может быть, это если вы показываете рекламу в Инстаграм, чтобы ваша воронка, ваши сообщения были в директе. Можно сейчас уже настроить с помощью там сервисов, называется, по-моему, TupoBoss. Можно настроить чат-бота в директе. И не надо уводить человека в Телеграм, на сайт, там еще куда-то. Потому что каждый вот такой вот, каждый дополнительный шаг, он режет вашу конверсию. То есть на входе с рекламы было 100 человек. Чем больше у вас этапов, на каждый этап отрезается примерно половина. В итоге до конца дойдет 10 человек. Зачем, если можно сразу этих 100 человек тут же перекинуть в директ и там с вами, там с ними коммуницировать, общаться? Пример сложной точки входа — это когда вы показываете рекламу в Инстаграм, переводите на сайт, с сайта говорите, подпишись на нашего чат-бота в Телеграм, человек подписывается в Телеграм, там ему высылаете PDF на Dropbox, он выходит на Dropbox, а с Dropbox вы там еще куда-то ведете. То есть вот так вот вы его клиента бедного перекидываете туда-сюда, и это нифига не легкая точка входа, это какое-то издевательство над клиентом. Да? Поэтому всегда думайте о комфорте вашего клиента, да, чтобы он меньшее количество времени тратил на первое касание. Потому что первое касание должно быть максимально простым. Вспоминаем с девушкой, да, вот мужчина и женщина, да, вот на примере парня скажу, да, вот вряд ли бы, если бы я подошел к девушке и начал бы ее грузить своими проблемами, сказал, слушай, там, Оля, знаешь, у меня куча финансовых проблем, а еще у меня там мама такая, знаешь, там, сложный человек, да, там, ей не все нравятся мои девушки, с которыми я их знакомлю, а еще у меня, знаешь, там, там судимости три, а еще я люблю подраться, а еще я матерюсь, и я вот я ее наваливаю, нахрена я вся эта информация спрашиваю, зачем? Моя задача ее заинтересовать, моя задача, чтобы была легкая точка входа, первая точка касания, какая? Просто сказать комплимент, все, больше ничего не надо. Вы сказали комплимент девушке, все, она улыбнулась, все, этого достаточно для первого касания. Ну и, конечно, возьмите телефон, не забудьте, потому что она улыбнулась, вы пошли дальше, все, и вряд ли вы встретитесь.
То же самое и в интернете. Все, улыбнулись, сделали комплиментик, там что-то полезное выслали, забрали телефончик, все, оставьте клиента в покое. Как бы не обязательно его долбить, долбить, долбить. Да, вот я еще это называю эффектом бывшего, когда, знаете, вот в автоворонках, особенно в Телеграме только бывает, вот если вы сейчас зайдете в свой Телеграм, я уверен, у вас там будет, знаете, там куча диалогов, там 700 сообщений непрочитанных, 1000, и там что-то шлют и шлют и шлют все эти автоворонщики, да, что-то там шлют и стараются, что-то пишут. И если туда зайти, сообщение будет следующего плана. Приди, посмотри, приди, скидка, приди, там, внеси предоплату, там, вот тебе скидка, вот новый вебинар, вот новый вебинар. И это похоже на общение, когда вот вы расстались с парнем, да, вот парень вас любит, а вы такая, типа, нехорошая девочка, взяли его, бросили, и он страдает, да, и вот он пишет сообщение, типа, привет, а вы не прочитали. Он дальше пишет, как дела? А вы опять не прочитали, игнорируете, да, он дальше пишет, почему не отвечаешь? Тут вы прочитали, случайно такие зашли, там прочитали, все, там пометилось, значит, синеньким галочка. Парень такой обрадовался и начинает там стращить. Ты что мне не отвечаешь? Ты что меня не любишь? У нас же были отношения. Вот, вот на что это похоже. И вы это все читаете и не отвечаете. То же самое и в чат-ботах, когда вам шлют 100-500 сообщений бедному человеку, клиенту. Это похоже на вот как будто вам бывший пишет. И вы его максимально игнорируете, но вам интересно, что же там будет дальше. Или неинтересно вовсе. Так, дальше. Уровни мотивации клиента. Значит, есть... Три уровня мотивации клиента. Вот это фундаментальная, опять же, вот, информация, которая нужна каждому маркетологу, но мало кто об этом задумывается. Вот, поэтому прям вот сконцентрируйте свои ушки сейчас на этом, на этой информации, максимально полезная, и даже круто, если вы сделаете какие-то записи, там, пометки, да, потому что это очень полезная, очень крутая информация, о которой мало кто говорит, но... Крупнейшие компании, которые тратят миллиарды долларов на рекламные кампании, на маркетинг, они об этом знают, естественно. Итак, три уровня мотивации. Есть явная мотивация, это что хочет клиент, что он говорит, что я хочу, да, там, я хочу то-то, я хочу это. Второй уровень мотивации – то, что происходит на деле. То есть хотел он одно, говорил, да, я хочу это, а делает он совершенно другое. И самое интересное, третий уровень мотивации клиента – это скрытая мотивация, это что хочет и делает клиент, не догадываясь об этом вообще. Я, естественно, приведу вам примеры, чтобы более подробно объяснить, что я сейчас имею в виду. Смотрите, очень интересный такой щекотливый пример с личным тренером в фитнес-зале. Да, вот сегодня мы говорили как раз про фитнес-зал. Прошу прощения, там девушка пишет. Сейчас отключу. Итак, пример с личным тренером. Вот смотрите, вот давайте задам простой вопрос. Было ли у вас такое когда-нибудь, что вы брали личного тренера, либо видели, что кто-то занимается с личным тренером? Конечно, да. А теперь вопрос. Какая задача у личного тренера? То есть, что он, какую он закрывает у вас боль? Если не задумываться, если ответить как бы сразу сходу, то вы скажете, ну как, типа, контролировать, как я занимаюсь, там, как я делаю упражнения, там, помогать мне с программой питания, с программой тренировок. Да, это на поверхности, это как раз-таки явная мотивация, да, ваша, то есть заниматься с тренером. А что на деле происходит? На деле вы приходите в спортивный зал и начинаете общаться с личным тренером, и вряд ли вы будете работать с личным тренером, который вам неприятен. То есть, не знаю, от него плохо пахнет, он вам неприятен внешне, хоть он и профессионал, либо он как-то грубо с вами общается, вам просто некомфортно с этим человеком, да? То есть первый фактор, который был в явной мотивации, нам нужен был профессионал, да? Потому что наша задача-то какая в явной мотивации, да? Ну, в первой мотивации это найти тренера, который нам поможет похудеть или там набрать массу, который нам поможет с упражнениями. То есть профессионал. А во втором случае, на деле, как мы делаем? Мы ищем тренера, который тупо нам комфортен по общению, да, как человек, чтобы нам было с ним комфортно стоять, комфортно общаться, комфортно заниматься. И третье, что самое-то интересное, скрытая мотивация. Мы ищем личного тренера, закрывая нашу потребность в психологии. То есть нам нужен друг, нам нужен психолог прежде всего. Приведу пример. Опять же, из жизни некоторые девушки, да, вот я
каждый день хожу в спортивный тренажерный зал. Каждый день я вижу некоторых девушек, которые полчаса занимаются и полчаса общаются с тренером. Вот, по сути, у нее же мотивация какая была? Прийти позаниматься. Но она полчаса тратит на общение с тренером, на обсуждение мужа, какой он там плохой человек, там, не знаю, там, обсуждение подруг, обсуждение работы, обсуждение сериалов, обсуждение шмоток, обсуждение еще чего-то, вместо того, чтобы заниматься. То есть здесь мы видим, что скрытая мотивация данной девушки иметь личного тренера — это иметь друга, иметь общение, иметь возможность выговориться, то есть психолога. Вот. И просто задумайтесь над тем, что так везде. У нас есть вроде бы явная мотивация, которую пишут на сайтах, которая там есть в рекламе, да, но предприниматели, некоторые маркетологи, они догадываются, что на самом деле нужно клиенту, и они очень аккуратненько это нам показывают тоже в рекламе, либо там в дальнейшем как-то на это намекают, да, и те, кто знают о скрытой мотивации, да, те зарабатывают большие деньги. Приведу пример Макдоналдс. Смотрите, очень интересный пример. В 70-е годы в Макдоналдс, в 90-е, а в 90-е годы в Макдоналдс в Америке ввели в меню салатики. Ну, то, что сейчас есть, по сути, в каждом Макдоналдс в любом городе, там салат Цезарь, там всякие там эти нарезка из яблочек, там, ну, эти кусочки яблок и морковка. Почему? Потому что в 90-х годах в Америке началось движение здорового образа жизни. Да? То есть люди начали следить за своим здоровьем. До нас это дошло, естественно, с опозданием, как обычно. То есть сейчас у нас этот бум здорового питания. Все бегают, марафоны по 10 километров выкладывают в Инстаграм, хвалятся, что вот они там веганы, вегетарианцы и так далее. Я тоже был веганом 5 лет, когда это не было вообще модой. Меня считали полным каким-то дебилом и странным человеком. Вот. Но я через это прошел. В общем, в 90-е годы это все происходило в Америке. И, естественно, когда есть такой вот общий тренд, тебе, ну, зашкварно просто идти в Макдоналдс кушать свой любимый Биг Мак, потому что тебе скажут, ты что, не следишь за своим здоровьем? Ты что, как бы не в тренде, не в моде? Ты что, у тебя же там сердечный приступ будет? Соответственно, явная мотивация какая? Что хочет клиент? Клиент хочет не отличаться от остальных. То есть он хочет, ну, вряд ли человеку понравится быть белой вороной, потому что мы давно уже не homo sapiens, мы homo social, мы человек неразумный, человек социальный, и самое важное для нас — это быть в социуме, то есть быть частью социума, быть частью группы социальной. Это самое важное, потому что самое страшное, когда с нами никто не общается и считает нас какими-то там непонятными дурачками, которые лучше не подходить, да, и какие-то, ну, мы типа а-ля не в себе, да, то есть нам очень важно всегда иметь социальную группу и общаться, поэтому явная мотивация — это не отличаться. Что мы делаем на деле, да, вот, предположим, идет два друга, да, и один из них говорит, слушай, пойду-ка я в Макдоналдс зайду, второй говорит, ты что, не следишь за своим здоровьем? Он говорит, нет, ты что, я за салатиком. Он идет в Макдоналдс, подходит к кассе, заказывает свой салатик, и ему на кассе спрашивают, а хотите ли вы взять еще пирожок? Он такой, а почему бы и нет, давайте. А хотите Биг Мак? У нас сейчас спецпредложение, там такое-то, такое-то, типа вот можно комбо взять. Он говорит, ладно, давайте. И диетическую колу. То есть что происходит? В явной мотивации он не хотел отличаться и следить за своим здоровьем. А на деле он хочет также жрать Биг Мак. То есть как бы он до этого любил их есть, и сейчас он хочет их есть. И скрытая мотивация — это поставить у себя галочку в голове, что я слежу за своим здоровьем, но при этом я жру неполезную еду. То есть купить себе индульгенцию. То же самое, как с спортивными залами. Если бы спортивные залы монетизировали, то есть получали деньги только от людей, которые ходят туда, все бы спортивные залы обанкротились, потому что 90% денег, которые спортивные залы получают, они получают именно от тех людей, которые купили абонемент и не ходят туда. Ну, я уверен, что у вас тоже так, либо вы так делали, либо ваши знакомые. Вот купил абонемент, все, успокоился, что все, я слежу за своим здоровьем, я инвестировал в свое здоровье там 30-40 тысяч рублей, купив абонемент в годовой спортивный зал, чтобы all-inclusive, там, с бассейном, там, со всеми делами, все, и не хожу туда. Либо два раза походил и забыл. Что в данном случае происходит? То есть мы купили себе спокойствие за 40 тысяч рублей. То есть спортивный зал продал нам по факту вроде бы типа доступ в спортивный зал, и он есть, но на самом деле он продал нам спокойствие того, что мы следим за своим здоровьем. Вот очень интересный момент, да? Соответственно, вот три мотивации. Пример журнала Forbes.
Ну, все вы слышали про журнал Forbes, либо Esquire, там JQ, не знаю, там еще какие-то журналы такие, которые, в которых описывается либо жизнь богатых, там миллиардеров, там, не знаю, там высшая мода. Как вы думаете, кто покупает данные журналы? 90% людей, аудитории, которые покупают данные журналы, это люди, которые вообще не имеют никакого отношения ни к высокой моде, ни к бизнесу. Соответственно, их мотивация скрытая — купить журнал, чтобы прикоснуться к богатой жизни. Люди не покупают журнал Forbes для того, чтобы читать про индекс Dow Jones. Они покупают журнал Forbes, чтобы прикоснуться к той жизни, которая у них никогда не будет. И большинство из них вообще даже не планировали открывать бизнес. Просто им интересно про это читать. Это скрытая мотивация, понимаете? Так, мне сказали, что мне нужно будет примерно в серединке сделать паузу. Вот, я дошел до серединки, у меня есть возможность ответить на вопросы и передать слово нашему прекрасному ведущему. Замечательно. Давайте это сделаем, да. Да, давай разберем пару вопросиков, которые действительно... пока из зала, скажем так, я вопросов особо не вижу, но у нас есть вопросы, которые к нам постоянно приходят от студентов, которые в целом обращаются к нам. Mm-hmm. И, соответственно, один из главных вопросов — это про возраст. Вот скажи, пожалуйста, как относится сейчас к соискателям на стартовой позиции при условии, что им там больше 35 лет или меньше 20 лет? Есть, то есть есть какие-то вот такие вот границы, допустим, в именно профессии в твоей? Ну, основываясь на моем опыте, то, что я сейчас вижу, ну, когда я начинал заниматься маркетингом, конечно, все это было сложнее, потому что сфера была не раскачанная, людям непонятно было, кто такой SMM-щик, кто такой таргетолог, контекстолог, таких понятий вообще не было в начале, там, лет там, 7-10 назад. И, естественно, людям, ну, по примеру, по опыту предыдущих профессий, естественно, был важен, что образование, опыт и возраст. То есть, когда я там впервые начал получать зарплату в 150 тысяч рублей на одном из проектов, я специально надел костюмчик, отрастил себе бороду, чтобы казаться старше. И таким образом я получил работу. Но сейчас то, что я вижу, это людям абсолютно пофигу, как ты выглядишь, сколько тебе лет, как ты говоришь, из какого-то города, страны, вообще без разницы. Главное, чтобы ты разбирался. Потому что мы сейчас видим тенденцию того, что, ну, во-первых, люди... вернулись после коронавируса, после пандемии и поняли, что, в принципе, это можно и удаленно работать. Это первый момент, да. То есть не обязательно и встречаться с человеком, с которым ты будешь работать, да, ну, там, которым зарплату будешь платить. Второй момент. Люди поняли, что то поколение, которое сейчас, молодых, да, оно априори лучше разбирается в интернете, в социальных сетях, в ТикТоке, там, в Инстаграме, в Ютубе. И если они в этом разбираются, если они это умеют, почему бы не платить за это деньги? То есть как бы сейчас планка возраста, она сильно снижается. Поэтому сейчас возраст — это не ключевое. Ключевой опыт и результат, который ты можешь дать клиенту. А ну вот раз ты про это тоже заговорил, а можешь ориентировать, что сейчас вообще по вилке, там, по зарплате? Понятно, что какие-то четкие значения будет сложно назвать, но в целом, там, если мы говорим на начальном этапе, допустим, там, и через год условно работы. Ну, я отвечу таким образом. Опять же, основываясь на свой опыт, потому что я был на разных позициях и фрилансером, и директором по маркетингу, и консультантом, и владельцем своего агентства рекламного. То есть на разных я позициях побывал. Что я могу сказать по поводу вилки зарплаты? Ну, естественно, если вы в Москве, вы будете получать больше денег, потому что здесь более платежеспособная аудитория, так же, как и в других городах-миллионниках. Чем дальше вы от городов-миллионников, от центра, тем, естественно, зарплаты меньше. Это как бы, ну, логично. В Украине, в Беларуси, естественно, еще меньше. То есть Украину и Беларусь вообще воспринимают как очень крутую такую, очень крутые места, где можно найти дешевых подрядчиков. Там по дизайну, по программированию и так далее. Это как бы факт. Вот. Ну, это без обид, как бы, ну, я думаю, что все, кто там так или иначе работает в этой сфере, они об этом знают. По поводу вилки и что на нее влияет, да, там цен ну, на зарплату, точнее, количество денег по зарплате, я могу разделить на два этапа, ну, точнее, на две категории. Первое — это когда есть руки, второе — когда есть голова, а самое крутое — когда есть голова и руки.
Что такое руки? Руки — это когда у вас есть какой-то профильный навык, ну, предположим, там делать сайты на Tilda, там настраивать рекламу, настраивать контекст. Это руки. То есть у вас есть навык. Ваш навык, естественно, можно продать, но есть такое понятие, как отклик рынка, да, то есть средняя стоимость за эту услугу. Вряд ли, если вы придете в салон красоты на пилинг или там на маникюр, вам, если вам предложат, а давайте вам за 100 тысяч рублей сделаем маникюр, вряд ли вы согласитесь, какой бы это крутой маникюр ни был, даже если этот маникюр будет делать Джонни Депп. Потому что есть определенное понятие средней цены на рынке. То же самое и с услугами. Какой бы вы крутой специалист ни был, все равно есть планка, выше которой вы не скаканете в стоимости этой услуги. Другое дело, когда вы продаете голову. То есть голова — это стратегический маркетинг, это как раз-таки то, о чем я сегодня рассказываю. Да? То есть там вы продаете именно концепцию. Идею, концепцию, стратегию, там, креатив. Есть такое понятие, как креативный маркетинг, да, там, вирусный маркетинг. То есть вы что-то придумаете своей головой, и идею можно продать дороже. И самое крутое, когда есть голова и руки, это топики. Ну, топ-менеджер, либо там проект-менеджер. То есть вы и руками делали когда-то, и вы знаете, там, как контролировать таких подрядчиков, что с них спрашивать, какие KPI им выставлять. И можете головой понять стратегически, куда нужно двигаться. Вот как раз-таки таким людям больше всего денег и платят. Да, то есть вот если вы хотите зарабатывать там от 150-200 тысяч рублей, становиться директором по маркетингу, управляющим проекта, да, там, проект-менеджером какого-то проекта. Скажем, вот Skillbox тоже уверен, есть такие позиции, как проект-менеджмент какого-то там проекта, например, проекта по там, спикерам. Да, то есть нужно что сделать? Найти спикеров, подобрать. Да, то есть он ведет, то есть он руками вроде как не делает, но он контролирует работу кучи людей, которые ищут спикеров, там, встречаются, там еще что-то нанимают, там, договора составляют. Вот. Соответственно, вилка цен, ну, максимальная зарплата, которую я получал, это было 700 тысяч рублей на проекте как раз Тони Робинс. Там был, получается, фикс плюс флекс. То есть у меня была фиксовая часть плюс процент с продаж. Вот, это максималка, которую я получал на зарплате именно, да, то есть не в позиции там свободного человека-маркетолога, да, именно вот на зарплате. Вот. В общем, разброс очень большой, да. Зависит от всего. Но смотри, а раз ты говоришь про фриланс, ты заговорил и в целом, то есть почему тогда в регионах, допустим, говоришь, зарплаты меньше, ну а что мешает человеку из регионов, точнее даже, скажем так, мешает ли что-то человеку из региона, из области просто начать работать удаленно? Потому что, мне кажется, сейчас же все больше компаний, особенно после карантина, готовы с людьми работать именно удаленно, и тогда в целом стираются границы, или все-таки не так? Так, но не так. Объясню, почему. У меня есть такой формат работы, наставничества, когда вот я беру на месяц там, человека и докручиваю его до результата. Там 80% людей, которые у меня его покупают, это, как правило, маркетологи, которые хотят научиться, как больше зарабатывать. Там, больше средний чек, с больше, более крупными клиентами работать. И, по сути, практически все, кто ко мне идут, они из регионов. Там Россия, Казахстан, Украина, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, там, ну, вообще разные-разные вообще. Там был парень даже с Сургута, там, да, то есть ему 18 лет. И проблема-то не в том, что ты в Сургуте, либо в Харькове, либо в Минске, а в том, что у тебя мышление в Харькове осталось, мышление в Минске. То есть у тебя определенность, порог цены, выше которой ты чисто... Ну, сам не можешь прыгнуть просто, не можешь больше попросить. Ты думаешь, блин, ну что я, типа, вот там мои знакомые за это просят 15 тысяч, а что это 150 будут платить, как странно, да? То есть это момент психологический есть, то есть психологический какой-то вот потолок. Второй момент — это когда вы с клиентом общаетесь, вы, конечно же, можете скрыть, откуда вы, да, но если вы говорите, что вы с Украины, у него в голове, можно дешевле попросить? Потому что люди понимают, что если ты там с Беларуси, с Украины, то там... Ну, час дешевле стоит, это нормально. Это вот, скажем, в Америке многие стартапы заказывают услуги по программированию в Индии, потому что там дешевле. Ну, то есть нафига им платить $30 в час программисту в Америке или там в Европе, если можно за $10 в Индии то же самое получить. Вот, поэтому как бы вот два понятия, как бы психология и рынок просто. В общем, работать удаленно за те же деньги можно, но для этого нужно приложить намного больше усилий и, в общем, постараться поменять свою психологию, поменять отношение к себе, своим портфолио, да? Ну да. Круто. Так, тогда давай-ка я на секундочку тогда... Ну как на секундочку?
на чуть-чуть заберу презентацию, демонстрацию, презентацию-то пока не заберу. И, кстати, да, наверное, презентацию твою ты когда говорил, то есть мы отправим в чат, чтобы она была у ребят, если кому интересно будет посмотреть после эфира, освежить в памяти то, что ты рассказывал. А я пока немножко расскажу, как обещал, про нас, но прежде всего пару слайдов, наверное, в том числе на тему того, о чем сейчас спрашивал. Рынок растет, к нам тоже... Ну, один из самых частых вопросов – это когда к нам обращаются студенты и спрашивают, а есть ли вообще спрос на ту или иную сферу? Там, неважно, у нас курсов много, какой бы курс ни выбирали, везде это спрашивают, и это нормально. И тут я всегда отвечаю, что есть два пути, как в этом убедиться. Первый путь, он чуть более сложный. Вы заходите в Яндекс, Google и смотрите различные исследования. Их достаточно много, как бы найти их несложно, но нужно покопаться. То есть вот мы как привели, допустим, пример, что на самом деле спрос растет на диджитал-специалистов постепенно, по чуть-чуть, но растет. Взяли вот за май 2019-2020 года, практически на 80% спрос увеличился. Также там, если кому интересно, можешь зайти на сайт Free. Там, соответственно, было не так давно исследование, где они писали, что к 2024 году только по России будет нехватка специалистов в диджитал порядка 2 миллионов человек. Собственно, цифра существенная. И вот так вот можно много исследований найти, но есть более простой способ – это воспользоваться чужим трудом. А как именно? Если вы для себя выбрали какое-то направление, там, не знаю, SMM, вы не знаете, а есть ли сейчас вообще спрос на него? Все просто. Заходите к нам в Skillbox или в какой-то другой крупный вуз, прям крупный-крупный, в топ, и смотрите, есть ли курсы. Если курсы есть, поверьте, просто так в таких вузах курсы не выходят. Прежде чем выпустить любой курс, у нас там он проходит много стадий в отделах аналитики и маркетинга, соответственно, он... исследовать со всех сторон, там, есть ли на рынке вакансии, сможем ли мы трудоустроить, а что нужно и так далее, и только после этого курс запускается, если на все ответ «да». Вот, поэтому, поверьте, если у нас курс есть или в других крупных вузах, это значит, спрос там, на ближайшее время на эту профессию будет, потому что, как я уже сказал, просто так мы курс не выпускаем. По зарплатам все просто, если вдруг кто-то почему-то не догадывается, как посмотреть, есть агрегаторы типа HeadHunter, там, например, самый популярный, ну, насколько я знаю. Заходите, смотрите... Там вакансий огромное количество, есть хорошая выборка, можете выбрать и удаленные какие-то вакансии и в своем городе, и в любом другом, посмотреть, что есть, что могут предложить рынок по зарплате. Посмотрите на стартовые позиции, посмотрите на медлов более требовательных. Тоже это все можно проанализировать перед тем, как вы в профессию идете. Ну и то же самое касается фриланса. Фриланс-бирж огромное количество, тем более, если мы говорим про маркетинг. Это вообще кайф, маркетинг, там, совмещать несколько проектов или основную работу с фрилансом, это вообще более чем возможно. И вот то, что я ранее говорил, что у нас есть для зрителей вебинара что-то интересное, да, действительно есть, это распродажи на наши курсы. Мы предоставляем возможность для вас, для зрителей, приобрести курс со скидкой. Что нужно сделать для этого? Для этого нужно оставить заявку. Под видео есть кнопка «Поделиться». Получить. Вы на эту кнопку нажимаете, и здесь нужно будет заполнить три поля. Это имя, это номер вашего телефона и электронная почта. Давайте сейчас сделаем. Оп. Вас направляет на страницу закрытой распродажи, и все. Заявка ваша принята. Что это вам дает? Во-первых, после заявки с вами свяжется наш специалист, карьерный консультант, который сможет задать вам несколько вопросов, чтобы понимать лучше вообще ваши цели, ваши задачи. Если у вас есть четкое понимание, там, уже, что да, я хочу там, вот такое-то направление для себя выбираю, он подтвердит, что да, вы правильно думаете. Если вдруг у вас четкого понимания нет, он может вас направить, потому что, ну, я думаю, сами понимаете, вот там, если даже брать маркетинг, видите, то есть куча-куча всего есть. Есть такое. А чем отличается там диджитал-предприниматель? Что такое SEO? Что такое там контент-маркетинг? А что такое e-commerce, маркетолог в e-commerce? То есть все вот это вот не всегда понятно с там, новому юзеру, скажем так, когда первый раз человек заходит к нам на сайт, да и просто когда человек для себя ищет какую-то сферу, не всегда понятно, какое именно направление ему выбрать. Хотя он даже может представлять, что он хочет делать. Собственно, как раз рассказывайте нашим специалистам, что вы хотели бы делать, чем заниматься, и вам уже посоветуют тот или иной курс, потому что все наши карьерные консультанты, они спецы по направлениям разделенные. Вот, соответственно, с вами связываются, вы определяетесь с курсом. Далее, вы можете попросить, допустим, тестовый доступ, посмотреть на курс изнутри.
Вы можете попросить все материалы, рассказать вам поподробнее, там, что есть что, и дальше уже у вас будет возможность принять решение. Подумать несколько дней, там, если вам все понравится, до конца недели есть возможность приобрести курсы дешевле. Если вдруг что-то не подошло, не понравилось или пока не готово, ничего страшного, заявку вашу удаляем, больше не беспокоим. Но, по крайней мере, мы с вами познакомились, вы с нами познакомились, представление есть. Ну и в будущем, если будет интересно, уже сможете вернуться. Плюс здесь вы самостоятельно сможете сами посмотреть любой курс. Допустим, берем нашу самую большую, одну из самых больших профессий интернет-маркетолога. Можете погрузиться в нее. Так можно в каждый курс посмотреть, из каких блоков все это дело состоит. Посмотреть на преподавательский состав, посмотреть, из каких, точнее, какие основные навыки вы получите, и, конечно же, возможность скачать программу есть тоже. Здесь вы видите стоимость уже указана со скидкой, причем приобретать курсы вы можете как оплачивая их разом, сразу все, так и оплачивая помесячно. У нас есть возможность рассрочки. Рассрочка у нас идет через наши партнеры. Это банки Альфа, Тинькофф, Хоум, Почта, Банк. Без каких-либо переплат, то есть сумма фиксированная, сверху вы ничего не платите, просто возможность кому-то удобнее разом, кому-то удобнее помесячно оплачивать. Более того, если вы оплачиваете помесячно, у вас появляется возможность начинать платить не сразу, а через какое-то время. Если мы говорим про самые наши большие программы, допустим, как это здесь, первый платеж через 6 месяцев возможен. То есть вы начинаете спокойно учиться, получать знания, монетизировать уже можно их и потом спокойно оплачивать, потому что на старте мы понимаем, что там сейчас у всех разная ситуация. Бывает такое, что там не готов прям сейчас здесь начинать там платить, но, допустим, уже учиться готовы. Поэтому такую возможность мы предоставляем. На средних программах первый платеж через 3 месяца, ну и на небольших программах первый платеж будет со второго месяца. И также, если вы видите вот такую надпись «Гарантия трудоустройства», это значит, что на этом курсе мы гарантированно трудоустроим вас после курса. Это будет все прописано даже в договоре. Как я сказал, все программы у нас сильные, преподавательский состав можете посмотреть, это ведущие компании на российском рынке. У нас трудоустройство идет в ведущие технологические компании и возможность первое время обучаться без оплаты. Где-то 6 месяцев, где-то 3 месяца. Еще раз, главное, проверяйте номер телефона и электронную почту, потому что с вами будет связываться. И не забывайте, прошу вас, то, что звонок вам поступит с незнакомого номера. А то знаю, что некоторые не любят брать незнакомых номеров и по привычке не берут, хотя заявку оставили. Далее, как у нас строится обучение? В целом все достаточно просто, как у всех. Вы смотрите лекции, делаете домашнее задание, его проверяют, разбирают ошибки, вы двигаетесь дальше. Но, как я говорил в начале, у нас есть ряд особенностей. И первая особенность, которую важно отметить, это наша действительно уникальность. То, что у нас формат предзаписанных уроков. То есть в нашем основном обучении мы отказались от вебинаров, потому что одно дело вот там на несколько дней, у вас какой-то график, привязать вас к графику. Другое дело совсем, это на протяжении там года, полутора-двух вы будете привязаны к графику, все взрослые люди, это несерьезно. Поэтому здесь все наши лекции, они находятся уже в предзаписи, это качественные студийные съемки. Вы их можете смотреть в любом месте, в любое время, с любого носителя. Вы всегда сможете поставить на паузу или ускорить программу. Тем самым вы можете проходить курс быстрее, можете медленнее, то есть тут как вам удобно. И, естественно, второй момент положительный – это то, что предзаписанные уроки автоматически дают вам качество. То есть это не лекция, там не может быть какого-то плохого света, там не может быть каких-то проблем со звуком или в целом проблем с трансляцией. Там всегда все качественно, всегда все на уровне с хорошим, интересным, заранее прописанным неким сюжетом. Далее. Личный кабинет у вас вот так вот будет выглядеть на нашей платформе. То есть вы будете видеть курс, поделенный на темы. Каждая тема разделена на небольшие видео, чтобы было комфортно смотреть. Все это у вас будет в доступе навсегда. То есть вы всегда сможете вернуться к тому или иному курсу, пересмотреть его. И более того, периодически все курсы мы обновляем, потому что, ну, все-таки сфера диджитала, она такая, что на месте здесь невозможно находиться. Всегда что-то новое появляется, новые инструменты, новые фишки. У вас всегда будет к этому доступ. То есть что-то новое вышло, мы считаем, что это важно в профессии, мы это добавляем или обновляем курсы, вы это также сможете всегда смотреть и видеть. Вы смотрите, делаете домашнее задание, сдаете его преподавателю. То есть за вами, за каждым будет закреплен куратор, преподаватель, как угодно можно его назвать. Это эксперт, это действующий специалист в той или иной области, который будет
на протяжении всего обучения с вами поддерживать, наставлять, отвечать на ваши вопросы, проверять ваши домашние работы, делать их разбор. Соответственно, если есть ошибки, вам нужно будет исправлять. Это тоже важно, потому что все обучение у нас строится на практике. То есть, по сути, на протяжении всего обучения вы получаете реальный опыт. Но это означает, что как в институте здесь система не прокатит, что там где-то вы списали и нет, и все, и пошли дальше. Нет, здесь... Пока у вас есть ошибки, мы будем работать с ними, вам нужно будет исправлять, пока все домашнее задание не будет правильно. Потому что эти работы к вам идут в портфолио. Ну, а портфолио — это основной ваш инструмент, с которым вы будете трудоустраиваться. Поэтому здесь мы над этим работаем. Есть служба заботы, которая решит ваши технические какие-то проблемы, которые у вас будут возникать, если они будут возникать. И у вас будет доступ также в ценнейшие закрытые чаты для студентов. Почему? Чем они так ценны? Это закрытые сообщества, по каждому курсу они свои. И там, кроме всех студентов по данному курсу, еще присутствуют все кураторы, все преподаватели, все спикеры. То есть это уже... огромное количество успешных специалистов, которые смогут вам всегда что-то интересное рассказывать, помогать, поддерживать. Плюс мы туда добавляем всяких звездных наших спикеров со всяких вебинаров, которые также смогут вам помогать, смогут отвечать на какие-то вопросы ваши. В целом вы сможете советоваться. И что интересно, туда также мы добавляем по просьбе именно HR-ов различных компаний, которые ищут к себе тех или иных специалистов. То есть это также уже возможность проявить себя в чате и получить какие-то интересные предложения. Чаты у нас, естественно, с каждым месяцем растут, как и количество компаний, с которыми наши студенты делают дипломные проекты. Все больше и больше с каждым месяцем. То есть все дипломы идут с реальным заказчиком. На курсах больших, которые год-два длятся, бывает по два, по три, по четыре таких дипломных проекта. То есть все это этапами как бы длится, итерациями. Соответственно, вы проходите первый этап, получаете задачу, выполняете проект, кладете к себе в портфолио с обозначением заказчика. Если сделали круто, защищились круто, то сможете получить рекомендательное письмо от компании, для кого вы это делали. Плюс на таких защитах присутствует множество представителей компаний, которые также уже мониторят такие защиты. Для них это идеальное собеседование, скажем так, потому что не просто какие-то бездумные вопросы задают, а тут прям конкретно вы проявляете себя, и, собственно, они понимают, ага, вот человек сделал проект, мне нужно примерно то же самое, все, погнали, берем ему, точнее, делаем предложение, а согласаться или нет, это уже ваше. Но, тем не менее, у нас есть центр карьеры, который в целом занимается трудоустройством, это основная их задача, это целый отдел внутри скиллбокса. Соответственно, они с вами знакомятся, когда вы к нам приходите на курс, вы получаете свой первый диплом, до этого вы представляете с ними цели, и после диплома начинают с вами уже работать. Они помогают вам грамотно сделать резюме, они помогают вам подготовить ваше портфолио и организуют тестовые собеседования, чтобы вы понимали, как это все происходит. Когда вы будете готовы, уже делают реальные собеседования, вы их проходите, выбираете компанию, которая вам интересна. Причем цели как бы вы с ними изначально вначале представляете, то есть хотите вы, там, не знаю, маркетинговое агентство, или вы хотите продуктовую компанию, хотите вы в своем городе, или с переездом, или удаленно там. Все вот эти нюансы они с вами стараются проговаривать и учитывать, конечно же. Это вот некоторые компании, где студенты уже работают, естественно, далеко не полный список. Если интересно, заходите к нам на сайт skillbox.ru, там есть раздел карьера, там можно почитать много историй успеха, как вообще все это происходило. Очень интересно, настоятельно рекомендую. Если почитать интересно, но лень искать, обязательно спрашивайте карьерных консультантов, которые вам будут звонить после заявки. Пусть вам скинут примеры дипломных проектов, пусть вам скинут такие вот кейсы по трудоустройству и в целом поспрашивать, что там с трудоустройством. Также у нас постепенно добавляются различные дополнительные активности в данные курсы, ну, во все наши курсы. Во-первых, это экскурсии в компании-партнеры, чтобы вы могли посмотреть работу крупных компаний, понять, как там проекты двигаются, пообщаться с сотрудниками, в целом проникнуться в атмосферой компании. Может быть, именно там вы захотите работать. Это кадровые консультации, про которые я вам уже рассказал, и это закрытые семинары, это офлайн как раз встречи, которые у нас проходят в офисе. Это по субботам мероприятия проходят на весь день, уже по несколько спикеров, это теория, практика, это знакомство с одноклассниками, одногруппниками, это общение со спикерами, можно всегда будет себя
показать, посоветоваться, показать свое резюме и в целом уже налаживать какие-то связи. И, конечно же, в итоге у вас будет диплом. То есть, если подводить итоги, у вас получаются знания, у вас получается портфолио, диплом, который все это подтверждает. У вас неограниченный доступ к платформе, у вас свободный график, у вас куратор на протяжении всего вашего обучения, у вас будет доступ в закрытые чаты и трудоустройство. Ну и плюс дополнительные различные активности, то есть целая экосистема, направленная на ваше развитие. Это, кстати, фотографии с наших защит дипломных проектов. Они могут быть как офлайн, так и онлайн. Поэтому, друзья, еще раз, кто еще не успел, обязательно сейчас оставляйте ваши заявки. Это вас, повторюсь, ни к чему не обязывает. Это не значит, что вы должны там после заявки прийти купить. Там мы не названиваем каждые 5 минут. Как бы наша цель, чтобы вы познакомились с вами. Мы познакомились с вами. Раз уж вы к нам пришли на курс, на вебинар, значит, вам это, скорее всего, интересно. Мы, со своей стороны, можем в первую очередь проявить некую свою экспертность и посоветовать вам по направлению, в котором вам развиваться, показать, что на эту тему есть у нас, ну а дальше вы уже выстраиваете сами. Если вам интересно, вы работаете с нами. Если вам пока не интересно, то, соответственно, вас никто ни к чему принуждать не будет. Кто нас смотрит на YouTube, вы, конечно же, тоже можете оставить заявку, не уходя, если вдруг к нам не пришли. Под видео должна быть активная ссылка. Да, вот она есть. Нажимаете и переходите на ту же самую форму, с которой вы можете оставить нам заявку. Все, друзья, это основная информация, которую я вам сейчас хотел сказать. Более подробно это все к нашим карьерным консультантам нужно спрашивать. Ну, а я пока вот уже успел вернуться в чат и вижу, как раз Максим уже успел даже ответить на вопрос про НЛП в 2020 году. И, собственно, думаю, Максим обещал рассказать про это. Правильно? Да. Меня слышно, да? Да. Да, там я в чате уже посмотрел, некоторые вопросы задавали про НЛП. Да, я просто не успел об этом рассказать, это обязательно будет сегодня. Ну, в общем, я могу продолжать, да? Да, конечно, давай. Да, значит, мы еще раз давайте вернемся к примеру Макдоналдс. Задам такой вопрос. Как вы думаете, вот когда в Америке ввели в итоге эти салатики, да, чтобы удовлетворить тренд здорового питания, здорового образа жизни, как изменились продажи Макдоналдс, как вы думаете? Ответ: выросли, но за счет чего? Самое это интересное, что продажи Макдоналдс выросли за счет тех же бургеров. То есть салатик был лид-магнитом. Салатик послужил именно вот этой вот эмоциональной добавочкой, таким триггерочком для того, чтобы те люди, которым впадлу зашкварно как-то идти покупать просто Биг Мак, потому что они, это вызовет у них чувство вины, они таким образом покупали себе индульгенцию похода в Макдоналдс, типа за салатиком, а там уже как бы заказывали, что хотели. Вот такой интересный кейс. Идем дальше. Соответственно... Максим, если да, ты будешь что-то показывать, захвати демонстрацию, пожалуйста. Ой, прошу прощения, а я не захватил, да? Я думал, ты просто абстрактно про Макдоналдс рассказываешь, поэтому я молчал, но сейчас прям мне показалось, Да, спасибо, что сказал. Сейчас видно? Да, меня. А вот теперь все, что нужно, да. Прошу прощения. Ну, в общем, вот Макдоналдс, я говорил про Макдоналдс, да. Соответственно, маркетологи, да, которые разбираются в скрытой мотивации клиентов, про это тоже, кстати, в чате спрашивали, нужно ли это показывать, нужно ли, понимая скрытую мотивацию клиента, показывать это, выводить на передний план. Нет, не нужно, да, потому что давайте на примере Инстаграма. Да, вот, в Инстаграм их слоган звучит следующим образом. Share your life moments, что на русский язык означает «делись своими моментами жизни». Это их слоган, их описание в App Store, в Google, там, Google Play Market, типа «скачай приложение и делись там, моментами фото, видео своей жизни». Это, по сути, явная мотивация, да, то есть явная мотивация скачать Инстаграм-приложение, это вот как бы делиться фотками там, куда поехал, что поел, и смотреть за друзьями. Но что мы делаем на самом деле, когда скачиваем Инстаграм? Мы вместо того, чтобы вроде бы, да, как можем говорить, типа, вот мы в Инстаграме будем там потреблять полезный контент, мы там будем читать новости полезные, там как-то саморазвиваться, смотреть прикольные видео блогеров, которые летают там за границу, там, в общем, как-то вот себя
делать лучше и более интеллектуально, на самом деле, что мы делаем? Мы смотрим какую-то херню в Инстаграме, да, которая отнимает у нас время. Я называю это попкорн-контент, это вот тупые ролики, всякие там комеди-клаб нарезки и так далее. Это что мы делаем на деле, да, либо там парни часто листают, смотрят девчонок, да, там попки-сиськи, да, ну как бы это... Это нормально, потому что если там вспомнить Юнга, Фрейда, то основные... Никто не отменял пирамиду Маслоу и наши основные низменные потребности в сексе, в еде, в безопасности. Вот. Поэтому как бы, то, что делаем на самом деле. Вот. Но, а скрытая мотивация — это как бы еще интереснее. Вот, год назад Инстаграм отменил функционал, который позволял смотреть, кого лайкнул человек, на которого ты подписан. И все девушки следили за своими парнями, кого они там лайкают. Каких девчонок они еще лайкают, и потом были скандалы и куча разбитых отношений. Вот. Сейчас это убрали, потому что, ну, видимо, Инстаграм понял, что это как бы не совсем круто. Но было бы странно, если бы при скачивании приложения Инстаграм он бы написал: скачай Инстаграм, следи за своим парнем, узнай, кого он лайкает. Лайкает ли он свою бывшую, да, там, либо скачай Инстаграм и пусти пыль в глаза своим друзьям, сфоткайся около Феррари и дай понять друзьям, как будто бы ты добился успеха. Ну, то есть это странно, да, ну, как бы, а по сути мы так и делаем. То есть мы ж не фоткаем себя там в Инстаграм, не выкладываем, когда мы там плохо не накрашены, плохо одеты, плохо выглядим, да. Мы всегда хотим казаться лучше, чем мы есть на самом деле. То есть мы продаем как бы иллюзию себя, да, то есть как бы пыль в глаза, да. Ну, естественно, маркетологи об этом не пишут в Инстаграм, но при этом они знают об этом. И они всячески используют это, да, чтобы как бы новый функционал вводят, там, какие-то фишки там. То есть они об этом догадываются, но они в лоб нам это не показывают. То же самое, как с дорогими машинами, да. То есть, ну вот если, в принципе, взять, вот кто будет работать из вас, там, кто смотрит эфир с люксовыми брендами, по сути, там все про это. Люди не платят за технические характеристики дорогих машин. Они платят за этот флёр, типа вот, я купил Rolls-Royce, или там, я купил себе кроссовки Nike. Кроссовки Nike в себестоимости, они вообще отшиваются в Тайване, в Китае, так же, как и остальные кроссовки, но вы доплачиваете вот эту надбавочную стоимость тупо за счет бренда, за счет маркетинга, да, за счет вот этого флёра, идеи, типа там Just Do It, философии бренда, да, то есть, по сути, это ж воздух. То есть вот эта надбавка, она за счет воздуха идет, но люди готовы за это платить. Потому что явная мотивация клиента, когда он покупает себе кроссовки, это типа, ну, я хочу себе удобную обувь. А скрытая мотивация, и то, что мы делаем на самом деле, это мы покупаем кроссовки, чтобы показать остальным, что типа, блин, чуваки, у меня Nike, как бы, ну, я не хрен пойми кто, как бы, я как бы достиг успеха, у меня Nike кроссовки, понимаешь, там, либо там. Ну, то есть, понимаете, это про все вообще, в принципе, про все, что мы видим вокруг. И это очень интересно в этом разбираться, копаться. Я психологией увлекаюсь с 14 лет, и про NLP тоже сегодня буду говорить как раз-таки. Вот. Поэтому изучайте, это очень интересно, и это даст вам большую возможность расти как в карьере, так и работать с клиентами. То есть это будет понимание психологии клиента будет повышать вашу конверсию на сайте, там, в рекламе. Там вот один из примеров, да, вот у меня брали консультацию по вопросу, как повысить конверсию рекламы для свадебных платьев. И я, используя фишки рекламы, психологии NLP, предложил сделать следующую рекламу. Я, ну, забегая немного вперед, использовал триггер переноса. Триггер переноса, еще он в NLP, это называется фрейминг. Когда мы помещаем человека в определенные предлагаемые обстоятельства мысленно, да, и он в итоге... мы вызываем у него определенные эмоции. Да, вот, это часто используется в пикапе, когда вот парень подходит к девушке, спрашивает, как ее зовут, она говорит, меня зовут Маша, и он говорит, Маша, а можешь вспомнить самый свой страстный поцелуй? Она вспоминает, и тут же тело реагирует. То есть она там щечки розовеют, пульс учащается, кровообращение усиливается, давление немножко вырастает. Почему? Потому что она вспоминает реальную ситуацию, мозг тут же реагирует, и тело тут же реагирует. То есть мозг посылает телу реакцию. В доказательство того, что это так, можете представить себе дольку лимона. Вот прям представьте себе, да, разрежьте лимон пополам и положите эту дольку лимона мысленно себе на язык и начните вот так вот его выжимать на себе на язык, у вас пойдет слюноотделение. Но ведь лимона же нету, но тело тут же отреагировало. Почему? Потому что по тому же принципу работают все аффирмации, когда вы там себе что-то внушаете. Потому что мозг, он всегда посылает...
сигналы организму, телу, да, и тело тут же реагирует. Вот. Поэтому все вот эти фишки NLP-психологии, они всегда работают. Возвращаясь к примеру по переносу, я предложил следующий ролик, да, то есть я предложил показать девушку в свадебном платье, одну, вторую, это как бы три истории, вторую у нее выпускной, то есть она тоже в платье, третья, там, скажем, у нее какой-нибудь там защита диплома, либо, не знаю, защита проекта на работе. Все, они втроем в красивом платье, вот три истории, там экран разделен на три части, они выходят, и как бы люди, которые, клиентки, которые видят эту рекламу, они, естественно, вспоминают похожие ситуации в своей жизни. И, соответственно, испытывают те же эмоции, и, как бы, по сути, это самые яркие моменты в их жизни, потому что рождение ребенка, свадьба, там, защита диплома, ну, это самые яркие моменты в жизни девушки, потому что она там должна выглядеть красиво, классно, на нее там устремлены взгляды всех людей в помещении. И, соответственно, второй триггер, который я использую, это разрыв шаблона и нестандартное поведение. Да? То есть как бы для мозга это очень крутой момент включения, потому что когда все идет по шаблону, мы не на 100% вовлечены в рекламу. Соответственно, разрыв шаблона какой? Они стоят в пузе, точнее, они стоят в платье, и тут у них вываливается пузо. Ну, типа то, что они толстые, да. То есть, получается, по швам трещит их там три платья, и написано, типа, там, иди, запиши спортивный зал. Типа, да. Ну, то есть, тут немножко перепутал, не реклама этих платьев, а реклама спортивного зала была, да. То есть, тут, по сути, мы что делаем? Мы продали картинку будущего красивую, мы зафреймили этих девушек, то есть, сделали эффект переноса в ситуацию, которая у них была, потом разрыв шаблона, взывание к, типа, ну, к стыду, да, потому что это пипец какой стыд, ну, прям девушка же представилась, типа, я такая вышла, у меня платье там разошлось по швам, и меня все видят, и надо мной все смеются, это ж пипец. То есть тут мы поиграли по эмоциям, еще тут эффект эмоциональных качелей, да, то есть в NLP он тоже используется, когда мы гоняем по эмоциям человека. Часто это используется еще в сериалах, когда вот почему нам нравятся сериалы, потому что если бы сериал был, ну, прямой линии, да, то есть одна и та же эмоция. Нам не было бы интересно. Она скачает по эмоциям. Нам то весело, то грустно, то весело, то грустно. То мы рыдаем, то мы плачем от счастья, да, там, смеемся, нам смешно, да. То есть вот эта вот раскачка психическая, да, она часто используется тоже там на тренингах, там, на, в сектах, да, там вот, и в рекламе в том числе, и в сериалах, которые вы смотрите. «Игра престолов», она вся на этом построена. Там во все тяжкие сериалы. То нам смешно, то грустно, то смешно, то грустно. И плюс это нас сплочает с главными героями, потому что мы как бы испытываем весь спектр эмоциональных, весь спектр эмоций, да, и за счет этого всего спектра эмоций у нас больше опыт взаимодействия, как бы взаимодействия с человеком, и мы к нему, мы влюбляемся в этого героя, потому что мы с ним испытали и горе, и радость. Вот. Поэтому если у вас получится также сделать с рекламой, с сайтами, там, с вашими рекламными коммуникациями, это будет прям верх, топчик там, маркетинга. Да? Именно поэтому сейчас вот в тренде геймификация, да, там, квесты там, ВКонтакте. Там, вот я слежу активно, там, сейчас вот продвигается тема типа квеста ВКонтакте, когда там прописываются там, задания, какие-то видео короткие снимаются, да, там, ты набираешь баллы. Потому что ты вовлекаешься, эмоционально вовлекаешься в этот процесс, и, естественно, продажи от таких автоворонок намного выше, чем стандартные. Да, там какие-то запуски, когда там, типа, приди, купи. Вот. Соответственно, когда мы понимаем скрытую, явную скрытую мотивацию, то мы понимаем теперь фразу, что маркетологи монетизируют устремление людей, замещая достижение цели. То есть почему замещая достижение цели? Потому что вроде бы мы хотели похудеть, а на самом деле, придя в спортивный зал и наняв личного тренера, нам нужен был просто друг-психолог. Придя в Макдоналдс, вроде бы мы хотели думать о своем здоровье, заказав салат, но на самом деле мы хотели также пожрать Биг Мак, просто типа у себя успокоить, что мы следим за своим здоровьем. То же самое с Айкосом, да, типа вот мы курим Айкос и следим за своим здоровьем. Нет, ты все равно куришь, какая разница, ты куришь Айкос, вейп или там кальян, либо сигареты, все равно куришь, все равно наносишь вред своему здоровью. То же самое, как с, там, примером с Forbes журналом, да, когда мы покупаем вроде бы журнал Forbes, типа с таким умным видом, берем, читаем его, как будто бы нам интересно там про бизнес читать. Нет, просто нам хочется полистать картинки, посмотреть, кто сколько заработал, потом этот журнал подложить под, не знаю, там, под столик, чтобы стол не качался, либо в туалете оставить, вот. И никогда не заниматься бизнесом. Итак, давайте
ладно, перейдем к триггерам, да, то есть с помощью каких ментальных крючков, да, почему на фотке сейчас вот вы видите в фотографии изображена рыба, потому что триггеры — это еще называют ментальные крючки, да. Итак, триггеры — это ментальные крючки, влияющие на поведение людей, на поведение клиентов. И один из таких крючков, как я уже там привел пример, это разрыв шаблона. Почему это важно? То есть это один из самых важных триггеров, потому что 90% людей в 90% времени находятся в состоянии автопилота. Что такое состояние автопилота? Это когда мы не задумываемся о том, что мы делаем. Я вам сейчас скажу. Осознайте, что вы дышите. Да, и вам сейчас приходится контролировать свое дыхание. Но при этом до этого вы же не контролировали свое дыхание. Правильно? То же самое, как вот если вспомнить, как проходит ваш день сегодня. Да, то есть вот давайте вспомним среднестатистический день любого человека. И, наверное, я попаду и в ваш день тоже. Вы встали, надели тапочки, не знаю, там пошли, пописали, покакали, покушали, там почистили зубки, там... спустились на лифте и проходит на автомате. Вы же не задумываетесь, под каким углом чистить зубы, под каким углом надевать носок, там, не знаю, там, как готовить яичницу. Вы это все делаете на автомате. То же самое, когда вот вы... Было ли у вас такое, когда вот вы едете в общественном транспорте либо где-то, читая книгу, и потом вы ловите себя на мысль, что, блин, а о чем я только что прочитал? Возвращайтесь, еще раз перечитывайте. Почему? Потому что вы находились в состоянии неосознанности, в состоянии автопилота. Вы как бы читали, но не пропускали это все через мозг. И именно поэтому сейчас большая проблема с рекламой, потому что люди просто не воспринимают рекламу. Они ее видят, они ее чувствуют. Точнее, они ее видят, но не чувствуют. Это, ну, как бы это, по сути, еще называется баннерной слепотой. Соответственно, я это называю состояние автопилота и хорошим... способом вывода человека в состояние автопилота — это разрыв шаблона. Вот в NLP это называется, ну, один из терминов — это ментальное карате. Да, вот это когда я говорю-говорю, вот если бы я сейчас что-то громко сказал, а еще лучше матом, да, вы тут же бы вот так вот бы встрепенулись, и именно в этот момент у вас было бы 100% внимание к тому, что я говорю. Я сейчас, конечно, делать этого не буду, как бы, ну, не буду ругаться матом и орать, чтобы никого не травмировать, да, но, поверьте мне, вы бы так сделали, да, то есть вы бы так бы отреагировали, 100% внимание бы направили на меня, потому что для мозга это опасность. То есть все было окей, вы были в зоне комфорта, вот спикер, все идет по шаблону, он что-то рассказывает, вроде бы что-то полезное, и тут он матерится и орет. Как бы, ну и для мозга это нестандартное поведение, он этого не ожидал. И он 100% внимания бросает на эту ситуацию, чтобы ее проанализировать, понять ее, как к этому относиться, куда положить себе на полочку это поведение, как вообще его осознать. Потому что если будет похоже... Так, алло, алло. Максим. Ты у нас немножко подзавис буквально секунд на 10-15. Алло. Так, друзья, у нас временно пропал наш Максим. Где-то, видимо, его интернет покинул. Я есть? Вот. Я нет. Теперь ты есть. Странно. Ну, окей. А с какого момента продолжить? А, ну, вот буквально секунд 10. А, хорошо, прошу прощения. Не знаю, может, что-то с интернетом случилось. Итак, соответственно, мы автопилота — это состояние неосознанности, да, из которого нужно вводить ваших клиентов за счет разрыва шаблона. Чтобы разорвать шаблон, нужно сделать что-то нестандартное, либо показать что-то нестандартное, что мозгу еще не знакомо, и он должен это как-то проанализировать, да, то есть как-то вот пропустить через себя и понять, как к этому относиться. Именно поэтому очень часто используют мат, агрессию, какие-то яркие цвета, что-то необычное, да, там, скажем, показать бабушку, который едет на мотоцикле и, не знаю, там, поет песни Аллы Пугачевой. То есть это как-то, ну, как минимум, это необычно, да. Поэтому вот именно к этой рекламе у нас больше и внимания. Именно поэтому, чем тупее и необычная реклама, нестандартная, тем она больше привлекает внимание, тем более она конверсионна в, ну, там, заявку в оплату. Итак, дальше. А вот
как выглядит, соответственно, триггерная карта касания клиента, да, о которой я сегодня тоже хотел рассказать. Вот понимая все этапы цикла клиента, все трансформации, которые вы должны с клиентом произвести, да, там, можно расписать вот такую вот карту касаний. И на каждом касании определить, какой триггер вы хотите использовать. Вот на данной карте триггерной я разделил три этапа. Это привлечение внимания, активация клиента и возврат клиента. Да, вот привлечение внимания — это, соответственно, там, ну, как правило, это реклама, там, догоняющая реклама, там, не знаю, письмо, смс-рассылка, вот что-то такое. Да, это вот мы привлекаем внимание. Там может быть там, 5-10 касаний, да, в зависимости от того, насколько сложна у вас услуга, насколько там требуется, чтобы привлечь внимание клиента. А дальше по воронке мы двигаем его в активацию. Активация — это когда он совершает целевое действие, нужное нам. Это не обязательно должна быть заявка. Это может быть, там, скажем, если говорить про игру, это, скажем, активация клиента — это скачать игру с Apple Store, да, там, и создать персонажа, да, в этой игре. Все, это активация клиента. Активация клиента, например, в автосалоне — это тест-драйв. Да, то это ключевой этап воронки еще, это называется, активация клиента. Вот. В активации клиента тоже могут быть несколько касаний и используются разные триггеры. И возврат клиента. Это так еще называемая тропинка возврата. Да, это вот за счет чего вы клиента, который прошел уже, либо купил, либо не купил, неважно, вы его вернете. Можно создать какой-то продукт, который каждый раз будет возвращать клиента. Вот на примере, скажем, вот одной из компаний, которая создавала кофемашины, у них продуктом для тропинки возврата служили капсулы, которые можно было купить для этой машины только в этой компании. Соответственно, клиенты, когда покупали кофемашины, у них не было другого выбора, кроме как вернуться в эту компанию и закупить эти капсулы, а лучше на год, да, чтобы эта кофемашина работала, ну, капсулы для кофе. Вот, как бы один из примеров. Пример в инфобизнесе, например, вот Аяс Шабудинов, у которого я работал директором по маркетингу, да, вот у него привлечение внимания, привлечение клиента — это там мероприятие «Концентрат», да, там трехдневное. Активация клиента — это его там программа «Долина» двухмесячная. А возврат клиента — у него был такой проект «Армия», да, где там люди достигали цели, ставили цели. И почему это продукт хороший для возврата клиента? Потому что люди ставят себе всегда разные цели. И как бы одно дело, ты как бы прошел всю обучающую программу, да, там в Лайк-центре, и как бы зачем тебе второй раз что-то изучать. Другое дело, когда ты что-то изучил, внедрил, поставил себе новую цель, и как бы цели, они каждый месяц могут ставить. Соответственно, программа, она долгоиграющая. В спортивном зале возврат клиента — это, опять же, там, продление этого, как абонемента, да. Ну, вот, думаю, пример вы поняли. Соответственно, вот такую мы воронку видим. То есть путь, который совершает клиент с момента, когда он вообще о нас ничего не знает, о нашей услуге, это характеризовывается фразой типа «Вы кто нафиг такие?», да, до «Я ваш фанат». Да, вот, соответственно, вот он проходит несколько стадий. И вам важно понимать, как его пропушить в следующую стадию, в следующий этап, за счет каких триггеров, за счет каких ментальных крючков, там, NLP-методов, там, не знаю, там, психологии, там, и так далее. Вот, там, вот. То есть мы должны понимать, как на него повлиять, чтобы он прошел дальше. То есть стадии «я вас не знаю», в стадии «что-то о вас слышал», в стадии «хочу знать больше», потом «хочу купить» и «буду рекомендовать». Вот. Про эффект бывшего уже говорил сегодня. То есть когда вы будете прописывать триггерную карту касаний, когда будете прописывать, какие триггеры использовать, там, как влиять на клиента, какие маркетинговые касания использовать, всегда помните о том, что не надо задолбывать клиента, да, чтобы все-таки клиент хотел этой дальнейшей коммуникации. Да. Вспоминайте эффект сериала. Потому что нет же у вас такого, что вот там вас заставляют смотреть сериал, да, вы не хотите, вы не смотрите, да, но при этом чаще всего, если сериал хороший, вы посмотрели серию первую, да, и она обрубается на самое интересное, вам хочется смотреть вторую, а вторая опять обрубается на самое интересное, как в «Игре престолов». Вот первую серию смотришь, там парень взял, там, посмотрел, как брат с сестрой, типа, занимаются там саитием, да, там, и в итоге он упал с башни, и непонятно, умер он, не умер, а что там брат с сестрой делали, то есть хочется дальше смотреть. Тот же эффект должен быть в вашей маркетинговой коммуникации, то есть каждая последующая коммуникация должна заинтересовывать вас и продавать следующую. То есть второй шаг продает третий шаг продает четвертый. То же самое на сайте. То есть первый пролист должен продавать второй пролист должен продавать третий. И то же самое и в тексте, в копирайтинге, да, в контенте.
заголовок продает подзаголовок, подзаголовок продает все тело текста, а все тело текста продает в итоге call to action, который приводит к продаже. И, соответственно, креатив тоже мы сегодня коснемся. Один из хороших способов привлечения внимания, который можно использовать в креативе, это ситуативный маркетинг, то есть использование инфоповодов, таких как, например, вот там, ну вот коронавирус, да, там режим самоизоляции. Многие компании хайпанули на этой теме, как-то вот обыграв то, что люди сидят дома, там удаленка, там вот эти все темы с масками и так далее. То есть людям это знакомо, и мозг, когда видит такую рекламу, он понимает, что, о, это мне знакомо, это мое, это про меня. И он как бы тут же включает режим сознания и реагирует на эту рекламу. Да, то есть ему интересно, потому что это находится в его инфополе сейчас. Он об этом думает. То есть его фоновые мысли, мозга, они связаны именно с этой ситуацией, потому что, ну, как бы она всех сейчас напрягает. И он видит рекламу, которая с этим похожа. Ну, то есть как бы она... И снова Максим пропал. И снова седая ночь. Максим, вернись к нам, мы тебя очень ждем. Пока отвечу на вопрос. Данил спрашивает, будет ли ссылка на презентацию с вебинара? Да. Смотрите, мы в конце нашего эфира выложим сюда в чат ссылку на Telegram. Как я вначале рассказывал, если были, слушали, туда добавляйтесь. Во-первых, там, если хотите, задавайте вопросы между эфирами, мы также разбираем. А во-вторых, мы туда выложим не ссылку, а именно данную презентацию, то есть можете все это дело пересмотреть. Я так понимаю, конечно же, предыдущий слайд, который хочется разглядеть, где много маленьких этапов было. Данил спрашивает про книги по НЛП, и мы обязательно, я у него спрошу, если он к нам появится еще раз. Так, и Максим у нас перезагружается, мы пробуем ему позвонить. К сожалению, да, бывают такие моменты, все-таки спикеры у нас все находятся в разных местах, и бывают моменты, когда до них приходится дозваниваться и когда приходится налаживать наши трансляции. Ну, давайте еще раз уж... У нас небольшая пауза, я еще раз воспользуюсь ситуацией и скажу, друзья, обязательно оставляйте заявки. Я вижу, пока еще не все оставили. Это, конечно же, ваше право, это ни в коем случае не обязательство, но это призыв к действию. Раз вы все-таки нас смотрите, значит, вам это интересно, и мы рады будем с вами познакомиться. Ну, кстати, пока еще Максима ждем, могу добавить... увидел просто комментарий, отвлекся. Раз такая пауза, еще могу сказать по поводу работы в регионах. Я просто довольно много общаюсь с различными нашими спикерами, то есть, ну, представляете, у меня там по 3 эфира в день. Соответственно, много различных сфер, много различных специалистов высокого класса я спрашиваю, общаюсь с ними, и могу все-таки сказать, что сейчас ситуация с регионами становится намного лучше, чем это было раньше. То есть в целом до карантина уже постепенно там мир, ну никак не значит мир, а хорошо, мы, там, Россия постепенно приходит к тому, что там, начинает в регионах повышать зарплаты. Начинают компании брать на удаленку людей. Естественно, там сейчас можно налететь кучу хейтеров, скажут, это не так, там люди в регионах получают 15 тысяч. Да, такое есть, но мы сейчас говорим про диджитал. Это важно иметь в виду, потому что, конечно же, зарплату врача ни в коем случае там нет смысла сравнивать с диджитал. Как это ни прискорбно, как бы мы все не ценили труд врачей, но, тем не менее, такая ситуация есть. Вот, что диджитал все-таки проще и больше приносит. И вот как раз именно диджитал, он уже до карантина развивался, а после карантина, когда компании познали, что да, совершенно спокойно можно работать удаленно, они, наоборот, стали еще проще к этому относиться. Вот как минимум, на примере нашей компании могу сказать, что у нас за карантин, начиная, точнее, с момента карантина, там, когда с марта, по-моему, у нас компания выросла там еще на
большое довольно количество человек, там 50-100, не знаю, сколько, не скажу, но тем не менее много всего. Точнее, много человек вышло, причем спокойно проводились собеседования, спокойно нанимались люди, обучались и совершенно спокойно работают. У нас сейчас, мне кажется, полофиса работает вообще в Сочи. Вот, соответственно, сейчас везде так. Да, вот мне сейчас сообщили, что Максим с нами, я слышала, просто хотел договорить свою мысль, и, Макс, я готов отдавать тебе обратно слово. Данил, я вижу вопрос, чуть позже спрошу. Так, спасибо, меня слышно, видно, да? Да. Да, прошу прощения, что-то как-то куда-то вылетело, я вернулся. Итак, соответственно, встречают по упаковке, провожают по продукту, то есть очень важно, чтобы ваша текстово-визуальная информация, которую вы транслируете клиенту, особенно на первом касании, была максимально понятна клиенту. Да? Вспоминаем еще то, что я сегодня говорил, легкая точка входа. И мы плавно подходим к трем правилам упаковки, которые я часто рассказываю на, соответственно, своих там выступлениях, семинарах. Это три вопроса, на которые клиент должен суметь ответить, чтобы ваша упаковка доносила правильные смыслы, да, чтобы она продавала и конвертила в заявку в продажу. Три вопроса. Куда я попал, что мне предлагают, зачем мне это надо? Вот клиент должен ответить на эти три вопроса в течение 15 секунд, посмотрев ваш сайт, если вы ведете рекламу на сайт, либо поняв это из описания вашего Instagram-профиля, то есть как куда я попал, кто это вообще, да, там, какая польза мне от этого и зачем мне подписываться на это, да. Соответственно, за 15 секунд, почему? Потому что это среднее время продолжительности, может, даже меньше сейчас, потому что, как бы, все меньше и меньше люди тратят время в интернете на один какой-то фрагмент. У нас рассеянное внимание, у нас проблема с вниманием в интернете, вот. Опять же, вспоминаем состояние автопилота, знаете, когда мы скроллим ленту, да, там, и вроде бы что-то смотрели, и спросить, что ты видел за последние 10 минут, напомни, да, там, какую рекламу ты смотрел, ты даже не вспомнишь. Знаете, когда на YouTube сидишь, там иногда всплывают такие опросы, типа, какую рекламу ты видел недавно? Я только вспоминаю, думаю, блин, а какую рекламу я видел? Я же даже не помню. Потому что я нахожусь в состоянии неосознанности, да. Так, меня видно, все окей, да, там, все нормально со мной. Все видно, слышно. Да, все круто. Угу. Да, на всякий случай спросил. Итак, соответственно, правило 15 секунд, за которые клиент принимает решение, читать ли дальше или уйти. За внимание клиента борются сейчас абсолютно все, и вы в том числе. Поэтому, используя те знания, которые я сегодня вам передал, можете почитать более подробно про нейромаркетинг в книге «Взлом маркетинга», можете прочитать про психологию маркетинга Чалдини, да, там «Психология влияния». Много книг интересных, да, читайте, развивайтесь именно в психологии, потому что психология, она всегда есть и будет. Тренды меняются. Сегодня TikTok популярен, завтра какой-нибудь там еще сервис появится. Но фундаментальное понимание поведения клиента, оно никогда не поменяется. Мы, возможно, поменяем свое поведение спустя тысяч, там, 10, да, там, 20. Это эволюция. То есть поведение клиента может поменяться из-за эволюции. Но эволюция настолько медленный процесс, что вряд ли вы застанете его, да, то есть когда что-то поменяется, поведение клиентов. Поэтому, понимая поведение клиентов, вы, по сути, имеете козырь в рукаве. То есть вы, зная, там, как повлиять на клиента, просто потом будете жонглировать инструментами, с помощью которых вы будете влиять на клиента. Если вы знаете, что на первом касании нужно зацепить внимание, там, и используя там триггер любопытства, триггер экономности, триггер последовательности, там, триггер, не знаю, там, вины, чувство вины там, или триггер переноса, или там еще какой-то, да, то какая разница, с помощью чего вы это сделаете? С помощью email-рассылки, смс, рекламы в TikTok там, или еще чего-то. Поэтому это ключевое, что должен знать каждый специалист. И, соответственно, домашнее вам задание сегодня. Я подготовил небольшой вам такой вот урок, задание, да, что нужно сделать дома, да, что нужно для создания хорошей упаковки. Можете заскринить этот слайд, либо записать, да, то есть там ваша задача опросить 5-10 друзей, ну, типа как фокус-группа. Можете показать им свой Instagram-аккаунт, можете показать им свой сайт, можете в чате в Telegram, да, там, где все общаются, тоже это небольшое упражнение провести. Просто накидайте свои сайты, накидайте свои Инстаграмы, и, соответственно, люди, которые видят ваш аккаунт Instagram либо ваш сайт, не сдерживая себя, не стараясь там вам угодить либо не обидеть, отвечают на три вопроса. Куда я попал, что мне предлагают, зачем оно мне надо?
И у вас откроются реально глаза. У вас будет полное осознание того, что то, что вы думали о вашем аккаунте или о вашем сайте, полностью не соответствует с тем, что клиенты на самом деле об этом думают. Вот, это очень интересное упражнение. Обязательно его проделайте сегодня и поделитесь своими мнениями касательно того, что вообще, в принципе, я сегодня вам рассказывал, да, там, я скину, обязательно еще раз продублирую свой Инстаграм, мне будет приятно, если вы поделитесь своими эмоциями касательно сегодняшнего выступления, подпишитесь, вот, и поделитесь теми инсайтами, которые у вас, если будут, после этого задания. Вот, и последнее, что я хотел сегодня сказать, не забывайте о том, что каждый маркетолог должен продавать решение, результат. Все, что я вижу в рекламе, в большинстве своем, это процесс. Да? То есть вы продаете технические характеристики товара, процесс, там, рассказываете, как он будет. Клиентам без разницы, как он, это все. Клиентам важен результат. Это красивое тело. А красивое тело что дает? Внимание мужчин, предположим, да, там, или женщин. А еще дальше, если закручивать, зачем? Чтобы жениться, найти себе там, девушку, парня или мужа, или жену. Вот это результат. А процессом для этого было бы показывать, там, как люди качаются. Еще люди и так понимают, как люди качаются. Продайте им результат. То есть продавайте не дрель, да, там, как говорят, да, а продавайте дырку в стене. А еще круче, продавайте картину, которую можно повесить на шуруп, который вбит в эту дырку. А еще лучше, если вы будете продавать эмоции от этой картины. Да? То есть это вот пятый левел называется, да, который может быть в маркетинге. Да? То есть это вот несколько левелов, да, там, продажи рекламы. Да? Вот самый последний левел — это продавать эмоции. Вот. Надеюсь, вам было сегодня полезно. С вами был Макс Белоусов. Вот мой инстаграм-ник «Небо табу». Подписывайтесь, отмечайте меня. Спасибо Skillbox за то, что позвали. Вот, готов теперь ответить на вопросы, если они есть. Вопросов вроде особо больше нету, вроде мы все обсудили. Единственный был вопрос ко мне, на который я обещал ответить. Вопрос, на самом деле, даже был не закончен. Вопрос был про Geekbrains, и, собственно, все, а самого вопроса не последовало. Но, предвещая то, что вы спросите, наверное, там, типа, почему вы, а не Geekbrains, или что-то такое, ну, обычно такое, если задают что-то такое, на самом деле, как бы, к Geekbrains мы абсолютно отлично относимся, собственно, это наши, как уже правильно писали в чате на ответ, это наши коллеги, собственно, есть лидеры рынка, как бы, есть все остальные, естественно, мы друг с другом дружим, во-первых, чтобы мы оставались, поддерживали высокую планку, конечно же, у нас должно быть некое противоборство, мы должны все время стараться идти к лучшему, поэтому как бы мы всех наших коллег любим. Но тут надо сравнивать в первую очередь отличия, наверное, имеет смысл, потому что отличается формат. Это в первую очередь, потому что, ну, у них вебинары, насколько я знаю, там, если ничего не поменялось, ну, и, как я уже говорил, то есть, наверное, одним этим можно прям перекрыть там, все вопросы, о чем отличие. То есть готовы ли вы на протяжении, допустим, курса длиной в год стабильно по расписанию 3 раза в неделю присутствовать на эфире в определенное время? Неважно, это лето, зима, там, семья, спорт, приболел, не приболел, сидеть и учить. А если пропустил, потом также искать в записи, плюс там есть дедлайны на домашних заданиях, то есть, ну, теряется какая-то вообще логика взрослого обучения. А вот сейчас я видел, Данил, вы написали вопрос, сейчас прочитаем, секунду. Так, сейчас очень интересно наблюдать за продвижением Geekbrains и Skillbox. Это как Delivery Club и Яндекс.Еда. Считаете ли Geekbrains своими прямыми конкурентом? Следите за их действиями, разрабатывайте конкурентоспособную стратегию. Ждать ли нам битвы титанов против новичка? Я не знаю, кто здесь титан, а кто новичок. И как бы интересно, кого из нас вы к ним, кому причислили. Могу сказать, что и мы, и они, я считаю, титаны. Просто мы чем-то отличаемся. Какие-то стратегии, это уже не ко мне, это уже у нас к отделам маркетинга, если вы сможете к ним пробиться. Вот, как бы это, мы их считаем не конкурентами, мы считаем нашими коллегами, тем более, что это институт Mail.ru, а нами также, в том числе, наши, не знаю, кто, акционеры, наверное, не знаю, как правильно сказать, тоже Mail.ru, поэтому мы все вместе работаем. Вот. Ну, я надеюсь, на все мы ответили. Друзья, спасибо большое за то, что были с нами сегодня.
Если интересно, присоединяйтесь к нам на дальнейших наших эфирах. Если готовы уже более серьезно заниматься обучением, то буду рад видеть вас на наших уже курсах основных. Обязательно оставляйте заявки. Будем тоже с вами рады пообщаться. Вот пока отвечал, пришел вопрос, но давайте крайний вопрос зададим. Максим, приведите примеры по юридическим услугам тоже через боль. Да, вопрос хороший. Так получилось, что я год назад консультировал большую компанию юридическую, которая оборот 1 миллиард рублей в год. Это гигантская компания с трехэтажным офисом в центре Москвы. И у них была проблема с тем, что они большое количество денег тратили на Google, на Яндекс, то есть на контекстную рекламу, чтобы привлекать клиентов. У них цепочка действий была следующая. Сайт, который типа а-ля госуслуги, то есть это, по сути, небольшое там... ну, обман клиента, да, он приходит на сайт, оставляет заявку, дальше колл-центр обзванивает эти заявки, отбивает те заявки, которые не принесут больше 30 тысяч рублей компании юридической, после этого идет дожим, то есть следующий этап закрытия сделки, дожим в приход в офис, человек приходит, в итоге пришедший в офис стоит порядка 30 тысяч рублей. Это очень дорого, и именно поэтому те, кто пришел, их там... нахлобучивает на дорогие услуги. Я предложил следующее. Я предложил, чтобы компания зарабатывала больше, тратила меньше денег, абсолютно всех, кто оставляет заявки, нужно приглашать в офис. И на первом этапе должен общаться не юрист-продажник, а психолог. Задача первого этапа — это выслушать клиента, получить от него максимальную информацию и на основе этой информации сделать ему уже предложение. Даже если пришла бабушка, у которой сломался кран, которая хочет пожаловаться, там, подать в суд на ЖКХ, у этой бабушки есть внук, правнук, соседки, еще кто-то, то есть еще можно кому-то допродать эти услуги юридические, да. То есть важно выслушать человека просто. А юристы не умеют выслушать, они сразу продают. Поэтому я вот такую им схему разработал, и, соответственно, количество продаж у них увеличилось, по-моему, в 5 раз. Поэтому, если, опять же, заходить через боль, а боль — это просто человек хочет хотя бы выговориться. То есть он приходит, у него проблема, он хочет выговориться, а не так, что ему сразу нахлобучивали решение за 100 тысяч рублей. Там, типа, да, конечно, все юристы могут продать. Отличайтесь. Круто. Спасибо. Ну, мне кажется, через боль везде правильно заходить. Если ты эксперт в какой-то области, ты сначала должен это показать и решить какую-то... подсказать, по крайней мере, по возможности решения боли, а дальше уже придавать свои услуги. Про книги, про НЛП ты так и не сказал нам. Сможешь рассказать, что-то посоветовать по книгам, или, может быть, ты потом в чат напишешь, как удобнее? Не, я говорил две книги. Это «Взлом маркетинга», первая книга. Вторая книга — это «Чалдини. Психология влияния». Вот. Третья книга, которую я могу посоветовать, это автор Малкольм Гладуэлл. Обожаю его. Читал его, когда он еще не был мейнстримом, там где-то 5 лет назад. Любые книги. Там у него есть книга «Гений аутсайдера», есть книга «Озарение», где он приводит очень крутые примеры того, как, ну, по сути, партизанского маркетинга, как маленькие компании конкурировали с большими, придумывая какие-то креативные, нестандартные подходы к маркетингу. Вот. А плюс есть очень крутая книга «No Logo» Наоми Клайн, это американская журналистка, которая рассказала путь крупных брендов от ноунеймов до гигантских корпораций. То есть как они делали рекламу, как Хайнекен вышел на рынок, когда он запартнерился с фестивалем Woodstock в Америке, когда там куча хипарей, 300 тысяч человек пили пиво, и потом пошла прямая ассоциация музыкальных фестивалей, концертов с пивом. То есть до этого ее этого не было, этой ассоциации, они это сделали. То есть когда вы думаете про концерт, вы думаете про пиво. Это сделали маркетологи. Вот там про все это рассказывается. Вот эти 4 книги я вам посоветую. Супер, спасибо. Ну, тогда, друзья, еще раз спасибо большое всем за эфир. Максим, спасибо тебе отдельно огромное за столь интересную лекцию. Будем рады видеть еще раз на наших эфирах. Друзья, всем пока, до новых встреч, хорошего дня. Пока.